Шоткас. Всем привет, ребят! Всем привет! Мы, как видите, вот собираем чемоданы. Здесь уже мебель повывозили, поразвозили. Вот такие вот наши декорации выглядят вот так сзади. Так, надеюсь, что то видео, когда вы увидите это видео, мы уже будем не в Украине. Так, сегодня я получила с визового центра наши документы. Вот, мои документы я уже открыла, мне пришлось, потому что делала документы у этой собаки. Мы очень устали, мы с 9 часов просто на ногах, кучу дел переделали. У нас на 20 число куплены билеты уже на поезд. Да, мы будем ехать сначала поездом до Львова, а потом со Львова до Катовиц, а там дальше нас уже Сережа заберет. Вот, я хочу все-таки записывать для вас нашу поездку. Мы решили, мы хотели все вместе с вами открыть рабочую визу. Я вам сразу скажу, мне ее открыли, но у меня не было никаких... Кстати, я здесь впервые выгляжу неплохо, вот. У меня не было никаких проблем для того, чтобы ее не открыли, поэтому я и не переживала. А вот насчет вот этой вот дамочки у нас большие вопросы. Чтобы вы понимали, что когда я сдавала документы на ее визу, это была вот такая вот стопка. Вот такая стопка. Да. Там даже папка, она расходилась уже. У нее сейчас намного документов было. Да, самая у нас такая была ситуация сложная. Это с собакой, потому что нужно было время для того, чтобы ждать. Я все это расскажу подробней. Я надеюсь, что мы все-таки будем скоро снимать видео почаще. Вот, собака еще до конца, документы не сделаны, я их прям перед самим поездом буду забирать. Да, вот так вот. Итак, Сонин конверт, и она будет его сама же и вскрывать. Да. Так, я думала, ножнички, возьми ножнички. Так давно не снимали, я уже даже, честно, растерялась с этим процессом, там у нас куча мала, ну, я буду сейчас перебирать, собирать. В общем, у нас все в последний момент решается. Давай. Вот так вот он выглядит. Мы сдавали документы, вообще должны были лично сдавать документы в визовый центр, но у нас была красная зона в Запорожье, поэтому в самый последний момент пришлось отправлять почтой. О, там у тебя уже, видишь, сколько еще. Так, паспорт бери, а эти все документы давай мне. Самое главное, видите, как у нее все сложно. Еще и кучу документов вот вернули. Главное, чтобы со школы... Шо? Да, есть, все, оригинал. Открывай. Что, все плохо? Ну, открывай. Шоткас? Ты чего? Не плачь! Ты чего? So there's only so much that I can do. Like take down all the pretty pictures. Put away that old guitar you played for me. Forget the way you used to hold me. Baby, sell the memory. Ребята, в общем-то. Так, давайте. Какая красивая! Да, сегодня тоже красивая. У нас она есть! Ура! Так, сейчас надо Сереже сразу сообщить, но на самом деле это полбеды, теперь главное границу пройти. И еще с вот этой вот заразой маленькой, да. Фух. Да, куча документов у Сони. Кстати, подробнее о том, какие документы нужны для того, чтобы ребенку дали визу. Я могу ответить, но видео записывать я не буду, ребятушки, уж поймите, я думаю, что очень много вообще на эту тему снято уже видеороликов, вообще тема довольно-таки заезженная, кстати, за собаку и за животное вообще намного меньше, вот, но дело в том, что за ребенка,
каждый третий, наверное, польский блогер снимает, рассказывает, но скажу так, что в индивидуальном случае есть свои нюансы, то есть есть определенный костяк документов, да, который нужен всем, нужен будет. Вот. И есть некие исключения в зависимости от сложности той или иной ситуации, вот так вот. Поэтому, если у кого-то есть сложная ситуация, и он не знает, куда обращаться и как, я прошла уже, наверное, 7 кругов ада, вот в этой теме, можете написать мне в Инстаграм, я вернулась на свою страничку, поэтому пишите мне обязательно, я там вам уже там так буду отвечать индивидуально. То есть вы мне пишете, в чем конкретно у вас заминка, проблема, и я постараюсь вам помочь. А записывать большое разговорное видео на эту тему я не планирую. Ура! Ну опять! Давай сережки напишем. Тиюха! Кстати, смотрите, как вырос у нас пес. Видите? Помните вот этот комочек? Какой комочек? Хоп! И вот такой уже комочек. Но она у нас малышка. Предвещаю некоторые вопросы по поводу... Бетти у нас остается с Сережной семьей, с Сережиными родителями. Ей там хорошо. Она всеми любима. Вот, не переживайте. Вот, почему мы так решили сделать? На самом деле взвешивали это решение и вот так вот приняли. Потому что ей будет лучше. Скажем так, действовали в интересах и собаки, и в своих, и во всех интересах, и так будет лучше. Так, ну все, сегодня только 18 число, 19 завтра тоже у нас день в сборах пройдет, и послезавтра мы уезжаем. Да. Мы с Сережей не виделись 7 или 8 месяцев. 7, да? 7 месяцев тут. Больше, чем полгода мы не виделись с Сережей. Честно скажу, очень волнительно. Мысли разные вообще. Сегодня уже детвора насобирала в поезд тормозок. Нет, это не подарили. Ну. А я сказала, это в поезд. Уже расплакалась, бедненько. Мы в школе забираем документы. На память будет. Да, Соня уже четвертую школу меняет. И все по 2 года. Это расписание. Я еще помню, когда первый раз сюда заходила, я такая смотрела, особенно когда возле вахтерши там был вот этот подъем, я такая, а что это такое, а это зачем? И когда поднимались, мне мама еще говорит, вот смотри, вот это чтобы вверх, а это чтобы спускаться вниз. Да, там же нарисованы значки. Да, и я такая... Remember the time I told you the way that I felt. В общем, мы с самыми важными делами справились. Ура! Мы забрали теперь документы с школы Сониной. Вот у нас уже целый комплект там. Документов. Вот такая вот пачка, понимаете? Да, вот так. Я хочу оценки посмотреть. Я там десятки видела. Ага, я тоже видела по трудам. По английскому 4. Серьезно? Да. Ты что, увидела, что до 4? Да. Просто. Она меня не любит. Сон, ну это жесть. Ну что, как табель? Покажем всем? Серьезно, ты готова показать? Ну показывай, дай мне хоть. Да ну все, уже хватит изучать. Я смотрю по твоему лицу, что не очень радостно. Так,
смотрим табель. Ну, в принципе, не так все ужасно. Ну да. Но пообещай, что ты постараешься. Вот, вот тебе специально на слове буду ловить, на камеру. Потому что ты же реально можешь лучше. Намного. Особенно вот иноземную мову можно. А почему у меня по-русскому 8? Не знаю, кстати, у тебя было 10. 10, 9, 10, 10. По природе тебе 9 поставили. По географии? Подожди, у тебя русский язык 8. Ну. Украинский 7. Ладно. Сегодня погода крутая вообще, да, не Маруся. Жарко, немножечко дождик бывает. Я обожаю такую погоду, я не люблю жару, как-то так. Ой, все, мы идем сейчас домой. У меня еще мне надо заехать на одну процедурку, потом вернуться и будем слаживать полностью уже чемоданы, вещи, что не надо достирать, достираем, то что надо домыть, домоем. В общем, сегодня до вечера нам надо полностью вылезать квартиру, упаковать, разобраться со всеми вещичками. Вот. Завтра у меня еще в 11 часов мне надо съездить на Пушкина, забрать документы на собаку окончательные. И, в принципе, все. То, что там снимала. Ребят, мы наконец-то, фух, мы наконец-то на финишной прямой. Осталось совсем чуть-чуть. Через несколько часов поезд. Мы собрали вещи, чемоданы. Сейчас я еще раз переберу документы по важности. Сложу, вот, и протру поверхности все, помою полы везде, и на этом мы будем прощаться с этой квартирой и поедем на вокзал. Вот такие дела. Фух, как я замахалась за эти дни, это не передать, просто не передать. Ребята, мы в поезде. Смотрите, да, какой красивый вагон у нас. Да, это купе. Мне очень страшно. Мне все трясется, потому что это первая поездка на, да, поезде. Кстати, Соня с Путиной, потому что она впервые едет на поезде. Да. Смотрите, тут классно. Классно, что есть розетки. Класс. Это тут светильничек, лампа. Да. Но он будет работать потом. Чёрт. Нас провожала тетя Марина, тетя, да, Дура, всем пока. Да, пока. Да, мы будем скучать. Мы поехали в Питкёрки. Только вдвоем, ну, с собакой вместе. Вот. И мне хочется верить в то, что так и будет до конца. В общем, мне нравится купе, чистенькое, такое красивое. Вообще так уютненько. Все вообще отлично вроде пока.
чаевничали. Вот, купили чайку. Неудобно очень через телефон снимаю. Камера у Сережи. Все еще следует лабораторию, чтобы определить, что именно произошло. Генерального директора и скоро буду назначена исполняющей обязанности генерального директора в соответствии с решением мисс Лютер. Я здесь, чтобы ответить на ваши вопросы, но должно заряде Лютер. Глаза мисс Лютер, он слегка расширил. Приехали во Львов. Нашли уже наш автобус. Всем привет еще. Да я не буду заново начинать. Я знаю. Вот, нашли уже автобус свой. Все хорошо. Путешествует. Тыя путешествует, да? Путешествует. А? Здесь очень красиво. Очень красиво сделали ремонт. Здесь вообще я в шоке. Да. Все понятно. Хотя, честно, с моим пространственным кретинизмом мне, короче, немножко не хватает цвета. Все серенькое, все такое красивенькое, чистенькое. Год, года три уже прошло. Мы вот там вот с Сережей в кафе «Львивский потях» сидели очень долго. Сейчас пьем кофе и идем уже на автобус. Немножко погуляли. Вот. Теперь главное пойти хорошо промыться. There's only so much that I can do. Now I'm waiting, yeah, for the pain to release me. I'll take down all the pretty pictures, put away the old guitar you played for me, forget the way you used to hold me, baby, and sell all the memories. And sell. А я не смогу спускаться. Мне плевать не надо. Ладно, не смогу. Спасибо. Ребята, мы наконец-то встретились. Да, я снимала влог. Вот, и он закончится сейчас. Мы встретились. Я не уверена в том, что мы что-то записали тогда при нашей встрече, потому что ты записывала? Да. Ничего не понятно, да? Ну, вроде бы да, но я постаралась. Вроде как было понятно, но непонятно. Соня.
Аня, в общем, старалась, но понятное дело, что у нас были первоначальные эмоции. Все-таки, я думаю, вы понимаете, как бы важнее, чем запечатлить это все. Так что, как есть, но тем не менее, все равно. В общем, ребят, спасибо, что посмотрели этот влог. Я буду с вами прощаться, а мы будем наслаждаться компанией друг друга. Всем пока! Всем пока!